Новогоднее приобретение в магазине Днепроем, скажем так, психанул. Так что небольшой обзор, небольшая распаковка. Так, сначала сниму пленочку, чтобы увидеть, что это. Это, в принципе, по названию так будет. Что пошел по отбитку, нужно поставить на обучение. Очень тяжелая штука. Так. Ну, теперь по коробочке видно. Это Rismus. Модель MP33G Ultra. Поставляется вот такой вот фирменной коробки. Тут кратенько характеристики. Не знаю, видно, не видно. Что тут у нас? Мощность 1,5 кВт, напряжение 230 вольт 50 герц, количество оборота 8500, съем от 0,8 до 2,4 мм, ширина заготовки 330, что тут у нас еще, высота заготовки 152, ножей 2, размеры 330 на 238. Это размеры стола. Так, вес 34-37 килограмм написано. Коробочку вот видно при перевозке. Чуть-чуть побили. Вот. Я при вас все снимал. Видно. Ну, я надеюсь, внутри вот тоже. Внутри ничего не побилось. Очень надеюсь. Так. Так, что у нас дальше? Сразу же инструкция. Вот такая вот. Это брошюра или это инструкция? Ага, это все-таки инструкция такая массивная. На украинском языке. Как журнальчик. Первый раз такая инструкция вижу. Так, здесь у нас просто брошюрка. Брошюрка. Графики я пока не вижу. Может, она была приклеена к этому. Сейчас гляну. Пакетик полный. Сейчас, может, на пакете была гарантийка. Потому что гарантия на инструмент 3 года. Нет, если я не вижу, может быть, это не первый мой заказ, ну, не единственный заказ, поэтому посмотрим. Так, дальше. Вот такая вот транспортировочная. Хорошо, она полностью со всех сторон обрезает, потому что с той стороны точно такая же большая. И сам Jesus. Сейчас я достану. Черненный. Так, в коробке больше ничего нет. Ну, в принципе, тот, кто интересуется этой техникой, уже возможно. Да не пойди камеры. Уже, возможно, заезжал, смотрел. Так, здесь вот есть такие вот ручки, за которые можно хвататься. Вальцы. Ну, пока зачем эти вальцы, я не знаю. Сверху, чтобы заготовку прокатывать. Так, стол здесь такой литой, массивный. С этой стороны такой же. Так, это не лицевая сторона, но это значит задняя. Так, пылеотвода. Такая вот штука для пылеотвода. Пока что туда я там заезжал к ребятам в магазин. Большое спасибо на... сейчас она Степана Бендера на Петровке. Заезжал к ребятам, смотрел. Как раз показали, рассказали, что у нас здесь. Здесь у нас ручка. Еще как-то упакована. Вот это ее открывать. Не знаю, просто так запаковано все, аж туда под ручку засунуто. Она откручивается или как? Не знаю, ну, в общем, потом достану. Так, не знаю, что это. Магнитные. В общем, надо смотреть инструкцию, я не помню откуда, что. Так, ключик такой, винтик. Винтик у нас
чтобы закрепить рамку. Так, ну по виду оно все выглядит обратно. Так, это переходник опять-таки для отвода. Внутренние 60, внешние, ну так примерно скажу, потому что нету штанги, не могу померить. Внешние 80 с чем-то или 90, 89, по-моему, или 90, ну где-то так, потому что тяжело на вас. Так, шнур такой, ну не знаю, добротный, 3 на 1,5, такой вроде и резиновый, ну похож на резиновый такой. Довольно мягкий, не грубый. По длине. Ну, по длине здесь ничего есть. Так, раз, два, даже 3, наверное, да, где-то около 3 метров, что есть неплохо. Так, ну вот так вот выглядит задняя часть вся. Я же только приехал, он еще конденсат на нем. Уже везли где-то. Так, пенопласт. Сейчас я достану. Ладно, вот, чтобы ножи не попортились. Так, сейчас переверну морду. Ох, оно тяжело. Так, ну, я думаю, понятно из названия, что у них есть 2 модели. Есть с железным столом, а вот этот идет с гранитной плитой. А здесь гранитная плита. Вот, что у нас по перепаду между... Ну, я не вижу. Вроде все хорошо. Вроде ровень-то здесь и здесь тоже я не чувствую никакого припада, то есть линейка не колбасится, это конечно не поверочная линейка, но тем не менее. А сам столик, да и вроде сам столик, не вижу ни просвета, ну они там точнее есть какие-то, но это там из разряда может миллиметрик какой-то, не знаю, и то это будет из-за того, что вот здесь чуть-чуть больше прилива, а не в середине. Так, дальше. Кнопочка включения, выключения. Так, ты открываешься. Вот. Включение, выключение, нагребочек, отключение. В принципе, неплохой вариант. А вот так. Что это потом у нас? Или просто защита? Или это просто защита? Не, это просто защита. А этот как там нет. Не доглядел. Ну, в общем, здесь кнопки включения и выключения. Не знаю. Ну, я же говорю, я стараюсь снимать так, как вот человек приобрел, и первое впечатление. Вот он так же смотрит, рассматривает. Если кому-то не интересно такой формат, не смотрите. Поэтому здесь какого-то там мега-мега-мега осмотра не будет, потому что, к сожалению, я облазил все. Но сейчас смотрю на квартире, не на даче. И нету никакой досточки, чтобы пропугать, чтобы посмотреть. Запустить. Я-то его включу, но так, чтобы... Так, вот шкала. Не знаю, насколько она точная, не точная. Это надо проверять. Так, ход. Что у нас тут? Здесь шестереночки. Блин. А ну, сейчас я приостановлю, фонарик принесу, чтобы было виднее. Так, продолжаем. Вот фонаричек принес. Вот. Там вот шестереночки. Это, я так понимаю, регулировка. Вот она здесь. Вот она, регулировка съема. Давай фокусируйся. Вот регулировка съема. Ну, насколько я понимаю. А, это ручная тонкая настройка. Ага. Это, я так понимаю, или высота, или что там с щелчком. Вот она вот здесь. Ступенчатая такая штука. Колесико пластиковое. Так, сами двигается двигатель на вот таких вот валах, они с двух сторон. Вот они с двух сторон. И при движении видно. И вот направляйки еще есть. Тоже 4 направляйки. Так, видно? Надеюсь, видно. 4 направляйки. Так, заглянем сюда. Ножички. Точнее, один ножичек, походу, да. Один ножичек. Вау. Ну, разбирать я сейчас не буду.
Это, то и в принципе, наверное, разбирать не буду. Я так понимаю, там какая-то внизу червячная передача. Сейчас попробую приподнять. Будет видно. Сейчас попробую приподнять. Ух ты, блин, стоп. Ага, вот. Вот здесь. Вот они. Ну, подсвети. Вот на шестереночки. Вот шестереночки. То есть на двух сторон. И с той стороны. Единственное, что не нравится, шестереночки пластиковые. Я не знаю, как с одной стороны, как плюс, так и минус. А что такое, сам вал железный. Так. О, блин, ох, тяжелая, конечно, это из-за гранитной плиты. Все, не надо, нафиг. Так. Сейчас включу. Хотя, я не знаю, но такое немножко сырость есть. Может, пусть чуть-чуть нагреется. Приостановить и потом включу. Чтобы было, ну, слышно, как он работает. Так что, ага, увидел, куда крепится. Крепится пылеотвод. Вот тут здесь барашки вот эти, вот он сюда крепится. Пылеотвод. Я же говорю, он только-только-только-только приехал. Самому интересно, потому я же говорю, что на... Показываю вот первое впечатление. Так, вот здесь есть прижатие, ну, когда он к заготовке подходит. Такой вот бинтик круглый. Ну и собственно, что единственное, что я не знаю, что вот это такое. Что это такое? Просто на магнитиках. Надо инструкцию открыть, посмотреть. Так, на плите консервация. Надо будет вытереть. Ну, я же говорю, у меня сейчас заготовки нет. Я сейчас до лета пилить ничего не буду. Соответственно, консервацию вытирать не буду, а и будет. Вот, упакую и будет ждать своего часа. Просто как это новый продукт ихний, они раньше не выпускали. Соответственно, я даже видео пока не нашел в интернете. Толком информации нет, как оно в работе, как оно что. Но по качеству я не знаю. Мне понравилось, я в магазине посмотрел, мне понравилось. И скидка неплохая сейчас на них до 31-го, по-моему, они говорили, что у них хорошие скидки. Ходит мягенько. Хорошо. Чуть-чуть нагреется. И продолжу видео. И, ну, в принципе, все. Так, ну что, нашел я тут какую-то дощечку. Такую простенькую выбрал. Какой-то небольшой съем. Можно даже чуть меньше поставить, просто чтобы посмотреть. Так, дощечка маленькая, конечно, не супер удобная. Я надеюсь, вальцы захватят. Так. Ой, блин, стрёмненько. Стрёмненько. Не работал никогда с такими всеми инструментами. Поэтому, конечно... Стремновато. Так, что-то я совсем мало поставил. Что-то, по-моему, на ноль скинулся. Так, поставим. Так, это вот сюда затычка, но я пока ее вставить не буду. Так, ставим. Ну, не сильно громкий. Не сказать, что, конечно, тихий, но и не так, чтобы громкий. Так. Поставим вот так вот где-то. Стартуем опять. Так, при закрытии вот этой вот крысочки, это тоже хотел тоже проверить, выключается. Ну вот такой вот. Вот снял чуть-чуть. Вот, обработка. Можно еще чуть-чуть снять. Сейчас попробуем еще чуть-чуть. Посмотрим, насколько будет хорошо. Попробуем чуть побольше. Досточка, в принципе, маленькая. Поэтому вот так вот. Так. Ну, такой вот. Все равно это пока понятно, что ножи новые. Ступенька есть, кстати. Вот при выплевывании ступенечка есть. То есть это то, что, ну я не знаю, может как-то если там придерживать или еще что-то, это конструктив. И это, видимо, при чуть большем съеме сразу видно, что вот эти вот ступеньки могут присутствовать. Ну я немного неровно запустил, ну я не знаю, видно, не видно. Ну короче, ступенька есть. Но это у всех по такого плана рейсмусов, они есть эти ступеньки. Поэтому не надо там расстраиваться. Это именно принцип из вальцов. Они когда выходят, он ну типа прижимает немного по-разному. Ну я думаю, у разных блогеров это есть. Ну, стружка вперед. Стружка выброс, он там в угол выкидывает все. Ну так уже поприбираю. Сейчас буду дальше распаковывать, смотреть.
Я не знаю. Они вот эти вальцы, ну, может, кто-то напишет в комментариях, вот эти вальцы здесь сверху и должны быть, или куда их ставить? Я на инструкции не нашел. Это просто заготовки, типа, как закатывать, типа, как два станка рендерные, на второй просто заходишь и все, и катаешь. Не совсем понимаю. А вот эти магниты, я тоже не знаю, зачем. Такое ощущение, что это, не знаю, приклеивать инструкцию. Чертеж, прилепил и смотришь. Ну, потому что тоже не нашел. В инструкции написано, есть магниты. Зачем они? Непонятно. Ну, я подозреваю, что действительно ты там себе раз, какой-то сюда. Вот это не магнитное. Вот здесь магнитное. Приклеил себе чертеж и смотришь на него, что ты хочешь сделать. Так, ладно, с этим разобрались. Ну, не знаю, вот здесь вот, конечно, такое все хорошо. Но вот после первого запуска, ну, есть какой-то небольшой запуск. Ну, я надеюсь, нигде ничего не попало, потому что, ну, вроде хорошо, все закрыто. И попротирал, и подождал. Не знаю. Надеюсь, все с этим хорошо. Так, ну, собственно, с рейсмусом все. То есть уже будет, скорее всего, присутствовать в каких-то работах летом. Так что ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь, комментируйте, рассказывайте свое мнение, впечатление. Ну, все, всем удачи.